В рассветных сумерках, как в сказке, появляется ретро-паровоз. В бесснежном Екатеринбурге делает остановку праздничный поезд Деда Мороза. На перроне, несмотря на мороз, зимнего волшебника ждут взрослые и дети. А вот и гость Великого Устюга. Он появляется в компании верных спутников Снегурочки, веселых снеговиков и гнома. Вместе они путешествуют по всей стране и останавливаются в крупных городах, чтобы поздравить людей с Новым годом и подарить атмосферу сказки. Целый год мы не шалили, стих для дедушки учили. Очень рады мы с утра, Новый год пришел, ура! В Свердловской области очень много детей. Почти миллион детишек, девчонок и мальчишек, которые ждали тебя, ждали и радовались наступающему новому 2022 году. Поэтому земля наша гостеприимная, правда, снега в этом году немного, но надеемся, что своим приездом и это поправим. Новогодний состав ждали с нетерпением не только дети. Мамы и папы признаются, даже немного завидуют. Ведь к ним в детстве Дед Мороз на поезде не приезжал. И уж точно по перрону, как по лесу, не разгуливал олень. Какая красотка! В сказочный поезд можно зайти и осмотреться. Это ретро-вагон. Здесь детей встречает символ будущего года – тигр. А вот, пожалуй, самое волшебное и посещаемое место – приемная Деда Мороза. Именно здесь дети загадывают свои сокровенные желания. В составе новогоднего экспресса 9 вагонов. Каждый из них украшен яркими огоньками. А всю передвижную резиденцию зимнего волшебника на Урал доставил паровоз – локомотив серии П-36. За его лампасы по бокам он получил прозвище «Генерал». Это пассажирский, во-первых, паровоз. То есть он более скоростной. У него сами колеса по диаметру больше. Конструкционная скорость 115 км в час можно разогнать. Паровоз действительно настоящий. В качестве топлива используют уголь. Чтобы Дед Мороз с помощниками ехал с ветерком, машинисты много работают лопатой. Мы берем лопату, вот лотка, да, уголь. Нужно попасть, ну, 130 градусов нужно, чтобы пара, чтобы вода испарялась. В Екатеринбург праздничный поезд приехал всего на несколько часов. Времени погостить подольше у дедушки нет. Маршрут расписан по минутам. Уже скоро его ждут в Ижевске. Большое новогоднее турне волшебника продлится 41 день. Чудо-поезд преодолеет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов. Ксения Корозкина, Константин Стенин. Новости 4 канала.